Всем большой привет из Харькова, дорогие друзья! Сегодня 15 июля, 6 часов вечера, и я с моими пушистиками, вот они ждут уже, идем кормить рыбку в пруду. Так, Дунечка, вставай, пойдем рыбку кормить. Идем. Вон кошечки уже сидят возле пруда, уже ждут. Кошечки уже покушали. Вон Кэтя сидит, сейчас мы ее увидим. Уже вся в ожидании. Пришла водички попить. Вон, видите, Кэтенька пьет водичку из пруда. Хотя я им возле порога налила водички в кастрюльку. Ну, они привыкли здесь пить. Здесь им вкуснее, рыбкой пахнет. Так, и Лиля где-то бегала. И Ксюшенька наша. Ну что, они покушали и разошлись. Так, сейчас дадим корма рыбкам. Погода пасмурная сегодня вечером. С утра и весь день было солнышко. На завтра передали дождь. И, скорее всего, он может начаться даже ночью. Вот сейчас пасмурно, так, знаете, тихо. Сейчас сначала карасикам надо насыпать корма вот этого. Вот я им пшено уже не даю. Это ячневая крупа. Так, Кэтя, пошли. Донечка, иди сюда. Сначала насыпем кормушку вот сюда. И посмотрим, как они подбегаются, карасики сразу. Ох, и нюх у них, чутье. Вот, все, бегут, бегут. Вот уже сколько их. Вот, только что ни одного не было. Не успела насыпать, уже все слетелись, как птички, поклевать крупы. Вот они. Это прошлогодние карасики, но они очень маленькие. Вот те, которые самые крупные, это позапрошлогодние. Им уже по 2 года, а маленьким годик. А малышню я вот вам показывала в прошлом видео, но их очень плохо видно с камеры. Они теряются в водорослях. Так, карасиков покормили. И большие он плавают. Важные такие. Видите, важные, неповоротливые. Они становятся поворотливыми, когда хорошая такая погодка, ни холодно, ни жарко. И когда они сильно голодные. Я насыпаю им корм на поверхность. И они тогда резвятся. Вот прямо делают сальто через себя. Кувыркаются. Хватает корм. И удирает. Подплывает опять, схватила с поверхности корм. И опять удирает. Вот у них такие вот игры, такие причуды рыбьи. Так, сейчас достанем тут рыбий корм. Вот рыбы, вот эти красные карпы кои, они настолько важные и настолько они знают себе цену, что они к кормушке даже не подплывают. Они подплывают только прятаться для того, чтобы спрятаться от солнца вот здесь вот, ну, в зарослях нимфей. Вот. Или в складочке пленки прячутся. А в кормушку они даже не заходят. Вот настолько они важные. И привыкли к тому, к дорогому корму. Подумаешь, им какая-то крупа
не очень их интересует эта крупа. Скажи, пусть глупые караси едят крупу, а мы будем кушать немецкий корм. Но вуали-хвосты иногда заходят сюда в кормушку. Ну, вот вуали-хвостик, он маленький плавает. Видите, вот это вуали-хвостик. Вот, вот он. Вот, вот это. И еще два черненьких вуали-хвоста. Такие рябенькие. Так, сейчас достанем. О, Лиля пришла. Лиля. Лиля, опоздала ты на кормление. Вон карасики кушают уже. Так, вот в баночке немецкий корм дорогой. Это для карпов кои. Лиля тоже любит такой корм. Сейчас она засунет голову в банку. Лиля, кишать сюда. На, вот тебе немножко. На, Лиля, вот. Вот, иди сюда. Вот, кушай. А это карпиком. Вот плохо, что отражается небо, облака отражаются, и поэтому мы не можем видеть дно. Дно вижу только я, и то, когда светит солнце. Когда освещает, попадают лучи, и пробивает солнце толщу воды, и видно дно. Вон, видите, резятся, видите? Вон, кушают. Вот, красные и два новых. Один рябой, один серебристый карпик. Так, и второй корм сейчас дадим. Второй корм — это вот этот отечественный, большие такие шарики на основе кукурузной муки. Крупы или муки на основе кукурузной муки или крупы с различными добавками. Ну, так пишут. И он намного дешевле. Да, наверное, раз... Ну, во сколько? Раз в 7, наверное, дешевле, чем немецкий корм. Ну, шарики большие, это только для больших карасей. То есть не карасей, а этих карпов кои. Вот. Вот, нате, кушайте. Я их утром не кормила специально, потому что вчера они не доели корм. Я видела, как он размок и плавал здесь вот понад берегом. Сейчас уже нету, все поподбирали. Поэтому, думаю, может, их достаточно кормить один раз. Ведь они кушают и водоросли, и червячков кушают, когда им захочется. Червяков тут полно всяких. О, видите? Ой, я не успела навести камеру. Вон карпик схватил корм и удирать. Вот так они... любят иногда порезвиться. Вон вуали-хвостик плавает. А ну-ка сейчас еще постараюсь заснять, как они кувыркаются. Так, Дунечка, ты сюда пришла, да? Вон рыбки. Уже, кажется, повыбирали основную массу корма. А этот еще лежат. Ах, они такие рыбки. Видно, не очень голодные. Вот последний раз я их вчера кормила. И что, получается, не проголодались? Значит, буду еще реже кормить. Что это такое? Корм не доели. И вот лежит, вот он размокает. Но он-то не пропадет, к утру его здесь не будет, потому что им помогают кушать жабки. Нимфейки, конечно, позакрывались уже все. Они 3 часа закрываются. Крупа еще не съедена, вот карасики наелись. Ну, до утра и крупы не будет, конечно. Вон они в водорослях.
не в водорослях, а вот эти водные растения, вон возле ручейка, там прячутся карпы, кои, вот они любят там прятаться. Так, всем большое спасибо за просмотр этого видео, за подписку на мой канал. Подписывайтесь, кто еще не подписался. И до следующей встречи в новом видео. Следующее видео будет у нас на интересную тему. На какую я не расскажу. Но это не касается рыбок. До скорой встречи. Ксюша, посмотри сюда. Сюда посмотри. Сюда посмотри. Ой, после ужина захотелось спать, кошечки, да?